Заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнусбек Евкуров проверил боевую подготовку военнослужащих 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. 10 июня замминистра прибыл на полигон «Казачий». Товарищ генерал-лейтенант, 810-е отделение гвардейское, ордена Жукова, бригада морской пехоты, занимается в соответствии с расписанием занятий. Временно исполняющий обязанности командира бригады, подполковник Суканов. Я желаю. Более! Заместителю министра обороны показали, как проходят занятия по воздушно-десантной подготовке, боевой и тактической стрельбе, огневой подготовке со снайперами, а также вождению на плаву. Кроме того, замглавы военного ведомства оценил новшество бригады – тренажер для отработки стрельбы с палубы десантного корабля. Во время тренировки приспособление раскачивается, имитируя качку на судне, которая осложняет работу снайпера. Семерки стоят. Генерал-лейтенант Юнусбек Евкуров также ознакомился с учебно-материальной базой военного городка и возложил цветы к памятнику погибшим в вооруженных конфликтах морским пехотинцам.